Всем привет и приятного аппетита! Команда думала, что тут как бы Габелла, если только на Митечисе не гений. Ну давайте посмотрим, кто там на Митечисе. Поехали. Нет, драфт у них ёбнутый, согласен. Но на скилле лично разъебам. Да, нормально там. Вообще драфт без шансов, я считаю. Проигрывает нашему. Мне надо бы купить себе... Я если выйду в 25-й, возьму себе сильверочек, а буду наяривать по противникам. Аризона, очень даже. Паджик мне пофронтлейнит немножко. Поехали. Я соберу, наверное, если классно. Так. Это дело отзаниваем. Парни надеются, что не гений на миньоре. Что поделать? Обычный работяга, пикнувший течеса в мид. Не свезло им сегодня, не свезло. Опа. Пинку прицепили. Хорошо. Продолжаем накидывать. Первая кровь кажется такой загадочной, пока кто-нибудь ее не прольет. Гасим, гасим, пупсика. Чего? А чем это не надо? Он даже типа один стак на мне сделал и полетел? А? Где логика? Что за экшен? Парни, за нас травочку хуярит. Загадочно. Верим? Да, 100%. В чате пишут, по крайней мере. Уверенный молодой. Так. Мой батл пока в пути. Пробиваем, пробиваем. Ну, заботлится он в любом случае, я думаю. Он без вариантов. Чё, дашь плотный танк? Герой, бетрайдер, я вам хочу сказать. Я вот наяриваю по нему, наяриваю. А мужику как бы все равно и все равно. Вот прям вообще все равно, понимаете? Брат, дай танк, друг. Все рассчитал по полочку. Чё? А, и долетели. Но было очень близко, на самом деле. Справедливости ради, было очень близко. А вот парень пошел на базу. Теперь. А мы с вами пойдем рунки собирать. Правильно. Все еще пропушим. Друзья, уже 23 августа начнется ESL One Malaysia. Будет идти 5 дней. Там играют топовые коллективы. Действительно... Хороший составчик, есть и секреты, есть и OG, и
TSM и Entity, которых мы любим, Мигма, Miracle, Ботерач, в общем, классные коллективы, все это дело буду анализировать, конечно же, стримить не факт, но в телеграм-канале своем травобет-аналитику давать буду, так что если кого-то еще нету, обязательно подписывайтесь, ссылочка в описании, здесь я просто делюсь аналитикой для тех, кто не знает, да, статистику ведем уже 2 месяца почти, да, 51 день, все максимально открыто, прозрачно, тут было полотно из нескольких сообщений подряд, ну теперь я сделал гиперссылками, можно просто вот так вот нажимать, да, и все проверять. Все абсолютно честно, абсолютно прозрачно и абсолютно бесплатно. Так что подписывайтесь, будьте в курсе, следите за киберспортивными мыслями. Поехали сюда. Обсервер. Он не эту оставил. Вот где раз. Опять полетел за мной. Да ты надоел. Че ж тебе от меня надо-то, а? Пирожок ты. Надоедливый. Тоже на кольца не надо. Я и так буду кидать, у нас хватает. Ты кольца лучше. Опа. Взорван. И без телепорта. В любом случае, хуй. На базу в путь позора. Правильно? Ай-яй-яй-яй-яй. Жалко, конечно, этого пацана. Слушайте, я бы зарашил, наверное, даже вот так. Мне маны-то реально хватает. Прям очень много маны, по ощущениям. Не хочется. Сейчас мы это все дело пропушим. Сюда его. Зря отступил, убили. Поехали дальше. Можешь забанить нахуй этот спот уже? Вот. А. Я и тебе дам. Есть слух? Молодцы, ребята. Травыч, меня тоже Тимур зовут. Приятно познакомиться. Привет, привет. Что, где рунка, показывайте. А, вот он. Остаться, наверное, это же 2 часа. Опс. А то регенку подобрал, да? А как старался на Бэтрайдере. О-ля-ля. Что-то пошло не так. Какой-то течес просто пришел и показал, кто батя в здании. Но он на Бэтрайдере спорить-то не стал. Говорит, все, я в доме. Всем до свидания. Увидимся позже. И отчалил. Так оно все и было. Не-не-не. Я пойду баунти заполнять. Там стрим чекаешь, чувствую. Чувак в альтабе стоит на месте. Стоит. Стрим чекает. Блин, баунти не хватает. Ну их прям выносят, я смотрю. Этого не поймать. Этот полетел. Сидим, качаемся. Качаемся и сидим. Извиняюсь, здесь компас. Линию все проталкиваем. Ух, наконец-то. Наконец-то годнота, ребята. У нас в боте вроде фрилиния, я смотрю. А, ну туда Марси сместилась. Ну потому что в топе чего они могут сделать? Будет помощь на этом. Там уже же был. Я только отъеду от контроля с тобой, я думаю.
Сейчас наберет много, он уже много набрал. Может еще больше. Три тычи надо, три штучки. Когда? Ах, там в центре. Делитесь, делитесь, делитесь. Есть что? Еще не отпустить. Бля, травочный продал брата своего. Храпа взорвал, здесь баха бежит. Воу. Так не хочется иллюзии тратить ДБ трайдера. Ну надо. Ты смотри, что тут происходит. Даже не уверен, что хочу это тратить на самом деле. Где пуч идет? Ой, бетик. Он аж полет подрубил. Нифига себе. Уровень уважения. Свидание. Молодой человек. Чё летел? Увидимся с вами попозже. Так. Пойдет. Бодро вкатились, ребятки. Бодро вкатились, а поехали можно? Дальше. Поцепляй, я бегу. Это наш мальчик. Давай. Все, отлично. Отличненько. Что, там есть что-нибудь по стакам? Сюда идем. В их тройке надо проверить. Там дебресла должно быть много, на самом деле. Терел на 11. Поехали. Можно глубокий вижн к ним поставить? Я буду убивать. И какой аккуратный. Потому что мне деньги сыпнуло. Я же даже не рядом стоял. Бэт летит. Можем присла убить. Мне нужны плюсы. Нас бэт давит, бэт давит. Это сюда. Пойдем, брисла. Пофигу, ну лосу дали, все. Тревелана хочу купить себе. Шарф, интересно. Свежее мясо. Брисл свинтила до конца, прям я смотрю. Нет, не бей, блядь. Даже не планирую тут появляться, по ощущениям. Я, честно говоря, не знаю, да, могу ли я пробить его. Я его догоню. Ну,
Может так поставили, может быть, я не знаю. Может быть. Сюда отойдем. Драйдер пока в миде. Но я очень хочу эту вышку. До свидания, молодой человек. Передавайте привет родным и близким. Кто там у вас еще в таверне? Брисел пока качается. Можно мид по пушке пойти? Первый лак куплю, сразу от Регени себя. Топерунка? Да. Отлично, отлично, хорошо. Так, Юлиона, здравствуй. Спасибо тебе большое за 200, спасибо за трек. Извини, пожалуйста, что задержкой ответил. Поздно заметил, честно говоря. Спасибо. Ты помощь не забудь. Спасибо за музычку и за поддержку. Я пролечу. Я прибегу, точнее. А мага не нужно. Че, деремся? Я могу дать. По трайдерам могу. Меня видно здесь. Тебя видно. Кого-то одного уцепить можно. Ну их прям пятеро. Надо цеплять через хук. Не-не, пять надо выйти. Очень сильно сейчас зависит от того, как мы кнопки нажмем. Благословляю тебя. Саппорт, там сзади, верно, мы не бьем никого. Хата. Там не стоит. Вроде все нормально. Брестла мы отвлекли, правильно? Сюда его. Думал, что самый сильный на карте. Отдыхаешь. Неспешно отдыхаешь на Брестлбеке. Поехали дальше. Так, тут мне пока КД, это я бы взял себе. Это я сперва куплю себе еще шарт. Потом возьму это все себе. Ага. Рунка. На будущее. Отличненько. Что бы прикупить? Таким стартом можно и догон. Жарить на самом-то деле. Блять, не туда, сори. Я бы вообще вокруг Роша поиграл. Не дезо лезет. На мину зашел. Забавно. На минку забежал молодой. Так, это сюда. Им качаемся. Побежали наверх, пожалуй. Пока все чики-пуки, ребятки. И бомбо, не так сказать. А чё, он вообще готов? Нет, на Рошантову? Пока не особо, я смотрю, да? Ну там приз сзади. Простафан. А чё об сервера? Хватает, вижу. Посмотрим, что за рунка. Ах, рунка в боте. Пойду за рункой сбегаю. Ух ты, уже взяли даже. БХ забрал, наверное. Скорее всего, GetOps поставили новую.
Дрички сняли, все сняли. Что тут происходит? Кого-то убили. Я убил еще Огра на минке. Красота. Это забираю. Это забираю. Че, надо бы еще здесь подсветить, наверное, правильно? Без этериала, без прыжка. Очень-очень спорно. Пойти. Бычка надо гасить, пока он не собрался. Осуждаю, конечно, такие движения. Осуждаю максимально Бэтрайдера. Бэтрайдера осуждаю максимально. Ты смотри, какой хейтерок, а. Кажется, кто-то слегка пригорел. Есть такой дядя у врагов. 20-й хочу, чтобы КД поменьше было. Станет приятно жить сразу. Но мы за парком. Можно будет Рошана забрать. А с КД можно Рошу даже зайти. Большой верно. Не, взлетевшего нельзя. Там пока БКБшки нету на бетике, надо пробовать, я думаю. Да, я могу зайти вообще бить. Если вы хадзоните. Хорошо, можно бить? 20-й хочу! Ура! 15 секунд пласта. Где? Что доктор прописал? Оп, манки залили, хорошо. Чё бы взять, ребята, чё бы взять? Я не знаю, не помню. Нихуя. Спасибо, Тимур. Берёшься разве? Ты опять забыл затаймить Рошана. Ну-ка быстро исправляйся. Вот поэтому не достал. Тимплей, ребята, тимплей. Начиналось как красиво, да? Где сижу? Пойдем, может. Вот тут бейтик, парни, можем его? Давай, убей себе. Мана кончилась. Надо пригенить. Подрегинил. Обзора, в принципе, хватает, надо прошить только. О! Ну, пойдем, пойдем. Мы бы могли пушить, если бы пойдем, я его пойдем пушить. А мы и так можем, я влечу. Там курса нет. Нет, это крипы, парни. Так, травомат. Ты опять забыл за тайм. Ага. Ну-ка быстро исправляйся. Подцепил. А пятого найдем? Вот он. Сыгрались. Да, вот и пустил ты свой рэмп, что пошло сам. Эх. Не получилось, не пошло. Че купить? Блин, даже не знаю. Чтоб такого мощного взять. Чтоб прям солидно смотрелось. Мне, в принципе, по слотам-то всего хватает. Давай вот так.
Чики кончились. Второй не успел нажать. Ах! Все ж таки меня убили. Что ты будешь делать, Весель? Ну убьют, убьют, наверное. Нормально должно быть. Это сюда, это сюда. Это сюда, правильно? Поехали. Так, травоман. Ты опять забыл затаймить Рошана. Ну-ка, я забыл затаймить Рошана. Диего, спасибо тебе большое. Ты три раза напомнила, я уже хз. Когда мы его забрали-то? Черт его знает. Минутки три назад, наверное. Плюс-минус, да? Плюс-минус что-то такое. Как бы орбов коружен. Бешечки собираете, да? Гонить. Настроены. Не в арморчика чутка. Ну посмотрим, что-нибудь может предмет повеселее выпадет какой-то. Верно, там вообще я против будет. Гачи на стриме, но раз уж ты так я сильно отъехал. Хочешь. Спасибо, Диего. Мое уважение. Сам понимаешь. Только респекты. Бресла бы ушатать, да, ребятки? Бристал бэчишку. Вообще я против гачи на стриме, но раз уж ты так сильно хочешь. О! Можем на БКБ развести. Да, Мурон не хватит. Может, хватит. Да, не знаю. Не. Я лечу. Кстати, сам хватит. Давай. Бля, я по трекам. Я бегу к вам. Оп, наш клиент, отлично. Я возьму. Я возьму обязательно. А чё вообще БКБ? Можешь Нику купить? Там без БКБ Брисл, кстати. Брисл без БКБ. Ну ладно, у нас минус 2. Лучше зачилиться. Чё, мы выходим? Да, мы без питания. Как же больно. Думал выйду, а я не вышел, оказывается. Однако. Оглушение, курса. Линкин сфера все-таки просится, или БКБ, а? Подождите, смотрите, у Брисла гоним. То есть его первый, второй, он уже мне уже ничего не снимает линку, правильно? Баунти Хантер есть. Ульта этого, и Огрмаг весь. Как будто Ника повеселее. Честно так говоря. Да? Так выходит у нас. Я бы еще пику здесь взял, форсик для позиционочки. Было бы неплохо. Фэн, спасибо за 100, салам, скучаю по тому тэчу, как ты на нем играл. Было дело однозначно. Что было, то прошло, впрочем. Вот же Кокия, спасибо за 150, Magic Stick, наверное, становится 15 здоровья и мана за каждый имеющийся заряд. Кстати, хорошая информация, полезная, однако. Осуждаю максимально. Максимально осуждаю. Парнишка-то сгорел. Я возьму эту рунку. Да. Передумал. Саппортов наших порвали.
Ой, пуч бедный. Ну, у них линия была тяжелая. Я думаю, надо отдать. Урона, конечно, дохуя по нему. Парни, выиграйте. Да, она бежит на бете. Мы сейчас встанем. До свидания. Ла. Регенимся на базе. Поехали. Я бегу, бегу. Можно как-то их не отпустить? Ла. А что это за мутант, я не понял. Это что за next level танк какой-то у противников? Огрим Мэджай. Я за демо можем рисом? Полагаю, что-то видно. Где, правда, непонятно, но что-то видно. Там стали все. Меня развели не по-детски. Курса! Ну вот зачем он так сделал, а? Ну курса же, курса. Ждали меня? Вот здесь вард стоит, видимо. Центрю причем. Причем вард центрю сразу. Я почти 25-й. Что бы я себе взял? Кивер? Наверное. Думаю, да, кивер неплохо. Дэмэдж, отлично. Дэмэдж отлично, это сюда. Ждем, ребятки. Сейчас. Сейчас темпларка забурится в игровой процесс. Я что-то просто офигел с разницы по этому. С некоторого разброса. Ча, нормально. Скачегарим их. Лестница только. Кюбычки-пуки. Это ж тройка верно, да? Она довольно бедная. Довольно-таки бедная. Кентос. А это ворша, надо там им точно. Давай, 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 давай. Все, текаем отсюда. Так, я запомнил. 32, 40, 12. Смог разбили, сзади бристанили. Зря улетело, они на ХГ сейчас на сгли конец. ХГ, ДФ? Они не идут, по-моему. А, не его искать пошли. Жизнь, это прекрасно. Живем, ребята. Живем. Мамец, огурец. Хулиганчик, мумчик. Да, наверное. Да, наверное. Если что, у меня силер набрислал, можем его бить.
Да, да, я поэтому и не брал сильвер. Ты ж собрал. Надо буквально убить. Офигенно, да ты там блин, там аганим, там магиан. Го этого типа. Птичка с сильвера. Ну было очень больно. Мы не можем начинать. Перца сейчас будет. После эги? Ну хорошо. Нормально. Ехать парни уже особо не могут. Тык-тык-тык. Мне квивер не нравится тем, что так спида мало. Я возьму вот это все-таки. Хотя бы плюс 25, но так спид у себя. Нужна скорость атаки, ребята. Сейчас будет мумчик, заживем. Брисло без БКБ, увидите, просто убивайте. Как дорыч, не чувствуем. Там есть лассо. Там нет только курсы. Я не думаю, что ХГ хорошая идея. Пошли топ заберем. Баха летит. Меню. Там появилась БКБ быстрее. Момец. Погнали, погнали, хорошо. Работа. Я не знаю, сколько мне нужен ботл. Наверное, пусть будет бэкпаки там. Уж такая румка супер сочная. Момчик есть, сильверок имеется, все так красоте. Иллюзии хорошо. Смоке. Баунти Хантер в боте, поэтому в смоке 100%. Да погнали в топ играть, чё париться-то. Сейчас будем это все выкачивать и все. Не надо еще очень много денег, хочу муншарник себе там туда-сюда. Все подзакупить. Нейтралочки выбить. Вичбейн прикольно, но вроде не надо. Фликер. Атак спида я хочу, ребята. Скорость атаки меня интересует. Неужели на ХГ собираются заходить? Не похоже. Олберт. Ни баунти хантера нету здесь. Пока нету. Забираю. Хорошо. Блин, БКБ нажал.
Я случайно на него прыгну. Все, поехали кушать. Давай. Эх, 27-го не хватило чутка. Ну, Санько, я вообще бессмертен, на меня не прыгнешь, ничего не сделаешь. Если курсов моих типа вжимают, так я могу еще и подсейвить сам. Стал уже КД. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, давай-давай-давай-давай, хорошо. Бля, ебать, у нас тандем, два Тимура, я ебу. Дотрон, дотрон, дотрон. Жестко. Дотрон, дотрон. Жестко, жестко тандемимся, да, ничего не скажешь. Там два героя. А что так больно, я не понял. Это вышка меня пробила так сильно. Враги не могут, вышка поможет. О, ребята. Курса аккуратно. Что могу сказать? Легкая для минерыча. Однозначно. Проблем с врагами не испытали. Спасибо за игру, Белина. Спасибо за игру, молодцы, Тимур. Молодцы, ребята. Ох, красота. Фистечес, так сказать. Работаем. Вайс, здравствуй, спасибо за 100 рублей. Сейчас, момент, зато посмотрим. Что ж делать-то? Да, у меня реально она заполнена. Что-нибудь я постараюсь с этим придумать. Обязательно. 56 тысяч урона. Да, это жестко. У меня вроде ВКонтакте есть еще одна почта, можешь туда написать. Вот она не заполнена. 8 батрунделей. Не, батрайдера мы, конечно, жестко покромсали. 4800, там 300 просто. Аннигиляция плотнейшая. И до последнего был даже богаче, чем платки. Нифига себе. Не, красиво, красиво сыграли. Поехали дальше, ребятки. Больше киллов, чем у вражеской команды. 28! 27! Реально они не смогли сделать. Даже больше, чем я один. Офигеть. Ну, что поделать. Грандмастер, минерочек.